Вы смотрите программу «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о некоторых его темах. 25 тысяч кур-несушек погибли в результате пожара на Окской птицефабрике. Оплачивать проезд теперь можно банковскими картами. И создатель легендарного мультфильма «Каникулы Бонифация» рассказал о творческих планах. Платить за проезд в Рязани теперь можно бесконтактными картами Visa. Общественный транспорт оборудовали специальными устройствами. Переход на электронную систему оплаты проезда стартовал осенью. Анна Герцовская знает все нюансы. В таком общественном транспорте, как троллейбусы и автобусы, у граждан появилась возможность оплачивать проезд не только обычными деньгами, но и с помощью банковских карт. Информация об этом размещена на бортах и в салонах пассажирского транспорта. Оплата будет возможна только в том случае, если ее производить с помощью карты с бесконтактной технологией Visa Payway. Те владельцы, у которых есть банковская бесконтактная карта платежной системы Visa, вне зависимости от банка-изготовителя данной платежной карты, могут воспользоваться проездом, и с этой банковской карты будет списано ровно 18 рублей без всяких комиссий и дополнительных платежей. Для оплаты владельцам банковских карт не придется передавать их в руки кондуктору. Достаточно будет приложить визу к терминалу. Он очень прост в использовании. И хотя сейчас в городе не так много пассажиров, желающих оплатить проезд с помощью банковской карты, проездные тоже электронные. И оплата производится также через терминал. По нескольким причинам это намного проще и удобнее, чем использование обычных бумажных проездных, которые были раньше. Хотите, я вам покажу, насколько это проще? Вот смотрите, льготная карточка. Одно движение, и вот билетик. На руку транспортным компаниям еще и то, что школьники или студенты, желающие проехать зайцем в троллейбусе, практически не имеют шанса это сделать. Нет, сейчас вот с новым терминалом они не могут, потому что сразу карточка, сразу терминал мне выдает надпись, что карта была использована в течение ближайших 5 минут. По одному проездному терминал может выдать билет не раньше, чем через 10 минут. Вот такие технологии. Для граждан предложено 4 вида таких карт – школьная, студенческая, льготная, городская. Даже если такой электронный проездной потеряется, его можно восстановить. Все средства, которые были на карте раньше, будут перенесены. С бумажными проездными не было такой возможности. Да, если человек обращается к нам, говорит о том, что он утерял карту, заблокируйте мне там карту. То есть мы по базе смотрим, блокируем ее, и уже есть, по ней никто не сможет. Для поддержки клиентов электронных карт и ответов на все вопросы существует горячая линия. Пока автоматизированная система оплаты проезда распространяется только на габаритный, муниципальный, общественный транспорт, автобусы и троллейбусы. Я каждый день почти езжу и на маршрутках, и на общественном транспорте. Если я спешу, я на маршрутке еду, а если нет, то на общественном. Во-первых, здесь свободнее гораздо, потолки высокие. А там народу много всегда. Здесь гораздо проще. До маршруток новые технологии не дошли, но, возможно, это лишь вопрос времени. Причиной пожара на Окской птицефабрике стало возгорание электропроводки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Губернатор Олег Ковалев прокомментировал происшествие и в заявлении подчеркнул, что владельцы предприятий должны следить за исправностью своих объектов. Я крайне удручен этим фактом и буду жестко подходить к вопросу соблюдения правил пожарной безопасности собственниками промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов. Им необходимо постоянно держать эту тему под контролем, по-другому нельзя. Я хочу, чтобы владельцы прониклись ответственностью, иначе возникает риск жизни, здоровью и потери имущества. Счастье, что люди не пострадали. Напомним, вечером в среду на Окской птицефабрике загорелся склад. Огонь тушили 8 расчетов и 24 пожарных. Ущерб от пожара – это приблизительно 5 миллионов рублей. На предприятии погибли 25 тысяч кур. Это половина поголовья, находившегося в курятнике. Более 600 тысяч граждан России не в состоянии вернуть ранее взятые кредиты. Ровно год назад в стране появился закон, благодаря вступлению в силу которого банкротом может быть объявлен гражданин, который более чем на 3 месяца просрочил выплату долга в 500 тысяч рублей и более. Артем Бухвалов расскажет о том, как действует закон на территории нашего региона.
С октября прошлого года по октябрь этого 399 граждан Рязанской области подали заявление о признании их банкротами. В большинстве случаев с помощью этой процедуры горожане хотят избавиться от своих долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. Однако есть случаи, когда заявление в суд о банкротстве становится обязанностью гражданина. Данная обязанность возникает у гражданина при задолженности в размере не менее 500 тысяч рублей, а также при условии того, что удовлетворение одних кредиторов приведет к невозможности удовлетворения требований других кредиторов. Как только гражданина признают банкротом, в отношении него применяется процедура реализации имущества, которую проводит финансовый управляющий. При подаче заявления в арбитражный суд гражданин должен уплатить непосредственно государственную пошлину, которая составляет 6 тысяч рублей, а также внести на депозит суда денежную сумму в размере 25 тысяч рублей, которая будет выплачена арбитражному управляющему в счет его вознаграждения. Банкрот обязан передать финансовому управляющему все банковские карты, в том числе и те, на которые перечисляется заработная плата. При этом гражданин может получать прожиточный минимум, который устанавливает суд. И только после реализации имущества и расчета с кредиторами арбитражный суд освобождает гражданина от кредитных выплат. На сегодняшний день 38 человек уже освобождены от дальнейшего исполнения своих обязательств. В сети появились кадры столкновения рейсового автобуса и легковой машины. ДТП произошло накануне в Дашково-Песочне. Видно, что водитель легкового автомобиля, дождавшись разрешающего сигнала светофора, начинает выезжать с парковки гипермаркета. По сообщению сайта УМВД, столкновение произошло днем в 15:50 на Касимовском шоссе напротив дома 57. Автобус протаранил иномарку, которая следовала на зеленый сигнал светофора. Произошло столкновение автомобиля Mazda 3 и автобуса Икарус, который следовал по 16 маршруту. В этом ДТП получил небольшие травмы водитель автомобиля Mazda. Также стали известны подробности ночного ДТП на улице Бирюзова. 21 октября примерно в 1 часу ночи на улице Бирюзова напротив дома 31, водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением своего автомобиля, столкнулся с тросовым ограждением, которое натянуто посредине дороги, и дальше совершил опрокидывание своего автомобиля. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения. В начале этого месяца в регионе открылась заправка с мировым именем «Shell». Бренд славится качественным топливом. Действительно ли в Рязани появилась заправка с мировым именем и VIP-бензином, который позволяет расходовать меньше количество топлива, знает наш корреспондент. Информацию мы решили проверить сами. Для этого приехали на заправку Shell, расположенную на повороте в поселок Ворские. Мы отправились в здание, чтобы увидеть официальные документы на АЗС. Первой, кого мы встретили, оказалась генеральный директор компании «Нефтиторг». Она согласилась с нами пообщаться. Мы являемся официальным дилером Рязани в Рязанской области. Другого дилера здесь не будет. Дилерство мы официально получили 22 июня 2016 года. Подписали контракт с президентом компании, представительством в Москве, компании «Шин Маслова». После посещения АЗС мы записали разговор с официальным представителем Shell. Оператор подтвердил информацию, которую ранее предоставила Ирина Сухова. Добрый день, отдел обслуживания клиентов Shell. Роман, чем могу помочь? Добрый день, я звоню вам из Рязани. Хотелось бы узнать, у нас в регионе есть заправка Shell? Да, недавно открылась новая станция. Это поселок Варшки, автодорога Рязань-Клепики, 11 километров. Да? А это официальный дилер или это франшиза? Да, это наша партнерская станция. Это получается официальный дилер. Теперь компания «Нефтиторг» является официальным дилером Shell в Рязани. Ранее Ирина Сухова и директор по оперативному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов встречались для подписания данного контракта. Новой заправке на повороте в Ворские присвоен свой порядковый номер по системе Shell. Его можно увидеть в верхней части любого чека, выдающегося на АЗС. А номер этой заправки какой, вот можете подсказать? Номер 33010. 33010. А когда еще будут открыты заправки в Рязани у нас, можете подсказать? Еще в скором времени будет открыта еще одна станция по адресу село Срезнево, Рыбановский район, 160 километров дороги М5. По словам Ирины Суховой, официальное открытие всех заправок Shell в Рязани состоится через месяц, после того, как введется в эксплуатацию третий объект на Куйбышевском шоссе. Тогда регион посетят федеральные представители Shell, а пока горожане начинают привыкать к этой заправке. На заправке на это вы впервые или уже были? Слышал, что хороший бензин, поэтому заехал. Сейчас пробую. Как вам бензин? Ничего, нормально. Устраивало все. Никаких проблем не было. Встречают любезно,
провожают также. Посмотрим, каково качество бензина. Время покажет. Топливо на любую заправку Shell в России поступает с заводов, с которыми у бренда подписан соответствующий договор, где бензин прошел проверку по стандартам Shell. Документы о поступающем топливе на эту заправку хранятся на стенде потребителя. По словам руководителя Shell в Рязани, топливо на заправках регулярно проходит контроль качества. Они нас не то что там как бы поставляют топливо, но еще и контролируют еженедельно. Они проходят там, приходит тайный покупатель, берут пробы топлива еженедельно. Стоит сказать, что в переводе с английского Shell – это оболочка. Сегодня мы заглянули под нее, и оказалось, что рязанская заправка прошла контроль качества. Знакомый всем с детства мультфильм про самого доброго льва «Каникулы Бонифация» и многие другие шедевры «Союзмультфильма» – это работы Сергея Алимова. Мастер известен в мире театра и кино как художник-график высшего класса. Кроме прочего, он является легендарным книжным иллюстратором. Одним из его последних и самых масштабных проектов стал цикл иллюстраций к произведениям Гоголя. В мир на стыке литературы и изобразительного искусства погружалась Марина Комиссарова. Выставку профессора в ГИК в Рязанском художественном музее ждали давно. Экспозиция иллюстраций к мертвым душам, выполненных в технике шелкографии, продолжение большого выставочного проекта 2016 года, который проводится в России в рамках года кино. 40 иллюстраций к поэме «Мертвые души» в сопровождении показом мультипликационных фильмов, созданных Алимовым в киностудии «Союз мультфильм», так хорошо знакомых зрителям старшего поколения. Вот почему выставка вызвала такой ажиотаж уже в день своего открытия. Знакомая всем со школьной скамьи галереи гоголевских помещиков. Говорящие фамилии, яркие кричащие образы оживают в иллюстрациях художника Сергея Алимова, который сумел не только уловить гоголевский гротеск, но и пугающе, мистически наполнить образы жизнью. Подобрать графический ключ к мертвым душам далеко не просто, однако Сергею Алимову удалось в некоторой степени стать соавтором Гоголя. Он создал пластическую интерпретацию гоголевских персонажей и дополнил яркие словесные образы анимационным видением. Эта гоголевская тема, она настолько мне родна, потому что я, вот, так сказать, ну, родившись и мои любые места центральной области России, где происходило как раз все действие Павла Ивановича Чичикова и его авантюра по поводу мертвых душ, это настолько мне близко, что я просто и пейзажи, и персонажи я черпал именно из той среды, которая меня окружала всегда. Сергей Алимов работает в книжной графике много лет, и за это время он проиллюстрировал сотни произведений мировой классики. «История одного города» и «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина, «Мастера Маргарита» Булгакова, «Приключения барона Мюнхгаузена» Распе и другие. К Гоголю Сергей Александрович обращается в течение всей своей жизни, изображая образы в разных техниках – карандаш, литография. Работы, представленные в художественном музее, стали условным обобщением персонажей, созданных классиком. Работать выставка будет до 27 ноября. Осень – это время теплых пледов и хороших фильмов. Премьера «Домашнего» покорила Россию. Первые серии мелодрамы «Восток-Запад» показали рекордные рейтинги. Трудно требовать от мужчины и женщины того, что не заложено воспитанием и одобренными обществом нормами, такими разными в России и Турции. Несомненно, все объясняют культурные отличия и залегающие глубже религиозные традиции. Однако настоящая верность, она не только физическая. И если любовь сильна, она сумеет все преодолеть. Султан Сулейман и Хюрема, Курта Саита и Александра, их чувства пробудили новую любовь – Кемаль и Татьяна. 17 октября на главном женском телеканале страны началась история любви, стирающая границы между прошлым и настоящим, предрассудками и запретами. Искренние чувства, возникшие между славянской девушкой Татьяной и восточным мужчиной Кемалем, не смогли оставить зрительниц равнодушными. Средняя доля двух первых серий по России составила почти 6% целевой аудитории канала среди женщин в возрасте от 25 до 59 лет. Кроме того, проекту удалось привлечь к экранам и более молодых телезрительниц. Так, средний показатель в женской аудитории от 18 до 34 лет достиг 4%. Это лучший старт среди всех сериалов собственного производства за все время существования «Домашнего». «Восток-Запад» – это первый международный проект канала, в съемках которого наравне с российскими актерами были задействованы звезды турецкого кино и телевидения. К чему приведет столкновение двух параллельных миров и какая она на самом деле – это восточная любовь. Зрители «Домашнего» могут узнать с понедельника по четверг в 21:00. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера и начала выходных.